Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники состоялось торжественное вручение удостоверений дайверов. В рамках гранта Росмолодежи, в которой ТУСУР участвует, мы проводили обучение дайверов-спортсменов, дайверов-спасателей, для того, чтобы они могли участвовать в соревнованиях и в различных других наших мероприятиях. Аквалангисты клуба «Наяда» стали обладателями заветных новых званий. Новички, совсем недавно пришедшие в клуб, после месяца теоретической подготовки и сдачи практического экзамена в бассейне, стали обладателями удостоверений первой ступени. Мне вручили как корочку спортивного дайвера. Это корочка международного образца, которая позволяет участвовать в соревнованиях международного класса, российского класса, среди дайверов. Если звание спортивного дайвера не дает доступа к открытой воде, то удостоверение дайвера-спасателя открывает перед подводниками широкий спектр применения. Это звание котируется во всем мире, то есть не только в России оно действительно, но и в любом уголке мира, на любом языке. Я покажу свое удостоверение, и люди будут знать мой уровень, мою квалификацию. И пока в стане подводников наступило временное затишье, президент клуба «Наяда» Михаил Журавлев поделился с нами планами на будущее. Планов у нас, как всегда, громадье. Весной объявим традиционно новый набор. Опять будем принимать студентов, всех желающих, обучать. Кому понравится, кто дойдет до экзамена. Экзамен примем, допустим, до открытой воды. Ну а дальше стремление к совершенству, оно бесконечно. Всего новое удостоверение получили 14 подводников. А количество томских дайверов-спасателей, без которых просто нельзя организовать ни одну подводную экспедицию, будь то очистка озера или паводковый спас работы, увеличилось на 2 человека.